Одно из самых популярных сегодня слов – это слово «потенциал». Мы говорим о том, как раскрыть потенциал, мы говорим о том, как его реализовать, мы говорим о потенциальных спортсменах, о потенциальных служителях, о потенциальных политиках. И вместе с тем мы должны признать неоспоримый факт – это то, что на самом деле я свой даже лично потенциал до конца распознать не могу. Только по той причине, что я обычный человек и не вижу до конца моего будущего, не вижу до конца какие-то мои дары, таланты и способности. И возникает вопрос, каким образом это сделать, как лучше всего достичь максимума в своей жизни. И, конечно же, в этом нам может помочь Бог. Позвольте привести очень простой пример. Мы смотрим на яблоко, и если мы его не разломаем, не разрежем, то мы, наверное, затруднимся ответить на самый простой вопрос, сколько семечек находится в этом яблоке. Почему? Потому что мы люди. Но есть Бог, который видит не только сколько там семечек в одном яблоке, Он видит намного больше. Он видит, сколько яблок находится в этой семечке. Когда мы говорим о потенциале, мы можем, конечно, что-то увидеть в себе, что-то увидеть в других людях, можем что-то подсказать и помочь друг другу. Но есть замечательный стих из Библии, который говорит словами Бога: «Воззови ко мне, и я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь». Очень часто великое и недоступное, то, чего мы не знаем, является частью, сущностью нас самих. Мы сами иногда не понимаем и не знаем, кем мы есть, какой потенциал заложил в нас Бог. И именно поэтому нам нужно очень серьезно, очень настойчиво, очень кропотливо строить взаимоотношения с нашим Творцом, с тем, кто заложил в нас наш потенциал, с тем, кто хочет дать нам лучшее и с тем, кто желает, чтобы мы достигали максимума в своей жизни. Подумайте об этом. И пусть вас в этом благословит Бог.